искусственный интеллект и смарт-программы аналитического центра помогли полиции задержать главаря банды грабителей, которые обманным путем завладели 7 миллионами дирхам Арабских Эмиратов. Это почти 2 миллиона долларов. Под видом покупки офиса грабители проникли в офисное помещение одного из местных предпринимателей и стали размещать в интернете предложения о продаже биткоинов за наличные деньги. Прибывших на место проведения сделки двух братьев грабители связали, отобрав все наличные. Искусственный интеллект способствовал задержанию главаря банды, а посредством аналитических данных и остальные преступники были задержаны в четырех разных эмиратах в течение двух суток.